Санкт-Петербурге воспитанники Суворовского училища показали Путину свои разработки в области робототехники, в том числе прототип робота-минера, который может устанавливать мины на песчаном грунте. Некоторые из них могут распознавать голос. Один из воспитанников дал им команду отжаться и сделать зарядку, стоя на голове. Встать на голову. Девиз робототехники – обучение в игре. И да, действительно, внешне это может показаться игрой. Для того, чтобы успешно обучаться в клубе, нам нужно углубленно изучать математику, информатику, физику и даже биологию, знать устройства механики, электроники и уметь составлять алгоритм для решения поставленной задачи и многое другое. Ладно, так и быть, сделаем вид, что не заметили, как робот завис пару раз, однако все бы ничего, если бы пользователи интернета